We'll have 15 minutes for presentation, and then we'll have a Q&A session also of 15 minutes. So without further ado, I would like to yield the floor to Marina. Добрый день, дорогие коллеги. Спасибо, что вы пришли. Я надеюсь, что меня хорошо слышно. Я надеюсь, что меня хорошо слышно. Я постараюсь говорить погромче. Говорить я буду по-русски, но после вчерашнего вот опыта я решила, что слайды будут по-английски. Я думаю, что в итоге все поймут. Тема моего выступления, она была навеяна теми многочисленными вопросами, которые в последние два года так или иначе возникают и в экспертном сообществе, и в более широкой публике, и в научном сообществе. А именно, что происходит с российским обществом в условиях снижающихся, в условиях экономического кризиса, почему, несмотря на снижающийся уровень доходов, люди по-прежнему довольно высоко оценивают то, что происходит в стране. По крайней мере, не проявляют очевидных признаков недовольства и намерения и стремления изменить текущую ситуацию. Я хочу обсудить этот вопрос с точки зрения социально-экономической ситуации в нашей стране в последние 15 лет. И начну я со слайда, часть которого уже вчера вам показывали мои коллеги. Синяя линия – это индекс социальных настроений. Это показатель, который в Левада-центре был создан для того, чтобы получить такую единую оценку состояния общества. Аналитики разделяют экономические, политические, культурные, ценностные аспекты жизни общества, но члены этого общества, конкретные люди, они в себе все эти различные аспекты объединяют в один комплекс состояния, который мы называем уровень оптимизма либо пессимизма в обществе. И вот эта вот кривая синяя, она на самом деле строится как комбинированный индекс по ответам на 12 вопросов регулярных исследований Левада-центра ежемесячных, репрезентативных для всего населения страны. И все эти 12 вопросов нацелены на оценки различных сторон жизни людей. Красные столбики на этом графике – это годовые темпы роста денежных доходов населения, согласно данным Росстата РФ. Причем речь идет именно о реальных доходах населения, то есть о номинальных денежных доходах семей, скорректированных на темпы инфляции. То есть на этом графике я пытаюсь сравнить, условно говоря, объективные и субъективные базовые параметры состояния общества. Объективный – это уровень доходов, самый такой основной показатель динамики уровня жизни для экономистов, и уровень социального оптимизма – это по данным Левада-центра. Как вы видите на этом графике, высокие темпы роста реальных доходов далеко не всегда сопровождаются ростом социального оптимизма. Например, период 2005 года при сохраняющихся довольно высоких темпах роста реальных доходов, 11% в год темп роста реальных доходов – это очень много. Эти 11% были в период, когда и темпы инфляции измерялись двузначными цифрами. Это значит, что на руки люди получали там почти на четверть больше денег к концу года, чем в начале этого года. И тем не менее проблемы с монетизацией льгот, которые случились в 2005 году, они вызвали заметное снижение оптимизма. Ну и так далее.
Как я уже говорила, общественный оптимизм – это такой синтетический показатель, который, с нашей точки зрения, основными факторами, формирующими представление людей о том, насколько благоприятна текущая ситуация, текущая общественная ситуация, основными факторами являются четыре. Вот они, и, соответственно, мы выделяем четыре отдельных компонентов формирования социальных настроений. Красная линия – это субъективные оценки того, что происходит в семье респондента. Это самый близкий к такой повседневной жизни каждого человека показатель. Зеленая линия – это индикатор субъективных представлений людей о том, что происходит в экономике страны в целом, в основном в экономике страны в целом. То есть первые два индекса, красный и зеленый, это в основном социально-экономические параметры, связанные с текущей оценкой близкой и понятной для респондента и такой более отдаленной страны в целом. А фиолетовый индекс, который в самом низу, это ожидание на будущее. Окей. Это ожидание на будущее и по всем параметрам. И самый высокий любой, я думаю, да, индекс – это оценки власти, действующей власти. Это комбинированная оценка одобрения деятельности президента страны и правительства страны. И, как вы видите, в разные периоды времени эти разные факторы играют разную роль, дают разный вклад в формирование общественного оптимизма. В периоды кризисов, это 2008 год и 2008 год, прежде всего, давайте пока на нем остановимся, люди стремятся больше оптимизма черпать в надеждах на власть. В 2014 году столь же значительный всплеск оценки власти, он был связан также и с политическими событиями, а именно с присоединением Крыма. Надо сказать, что разные группы населения имеют разную композицию вот этого самого общественного оптимизма. И группы, социально-демографические группы, лучше ресурсно обеспеченные, черпают, как правило, оптимизм в своей обыденной жизни, в надежде на себя. Вы видите, красная линия у обеспеченной части населения, как правило, оказывалась выше. Бедные слои населения, как правило, уповают на государственную власть. Но в периоды, опять же, экономических кризисов, как было в 2008 году, или вот политического кризиса, а затем экономического, который мы переживаем сейчас, даже высокообеспеченные группы встают под флаг государства и начинают сосредотачивать все свои надежды именно в этой сфере. Что происходило вообще, насколько росла ресурсная обеспеченность российского общества в последние 15 лет? На самом деле сейчас за последние 15 лет произошел очень значительный рост денежных доходов населения. Опять же, в реальном выражении доходы выросли более чем в 3 раза. И это, казалось бы, огромное изменение в гораздо меньшей степени сказалось на субъективных представлениях о том, насколько финансово благополучными чувствует себя большинство российских семей. И я хочу обратить внимание на то, что создается впечатление, что субъективные оценки, они отстают от объективных денежных показателей. И это, в общем, действительно так. Оказалось, что несмотря на вот такой значительный рост доходов, по-прежнему большинство
российских семей. Ну, на данном слайде представлены результаты опроса городских российских семей. А оказывается, что потребительское воображение и потребительские запросы большинства российских семей, они, в общем-то, ограничены текущим потреблением. И такие вещи, как... Такие потребительские расходы, как покупка жилья, как регулярный отдых, как денежные сбережения, превышающие полмиллиона рублей, напомню, это меньше 10 тысяч долларов сейчас, и это все уже прерогатива богатой семьи, а вовсе даже не средней семьи. То есть большинство людей считают себя, как бы вот, склонны полагать, что жизнь, типичный жизненный стандарт – это когда денег хватает на текущее потребление. Причем хватает, очевидно, с избытком. Потому что, опять же, наши исследования, проведенные в разные периоды времени, показывают, что на текущих расходах люди, в общем-то, экономят довольно редко. Это при том, что они полагают, что на более серьезные расходы у них все равно нет денег, а на текущие расходы они не считают нужным экономить. И, как мы видим, ситуация экономического кризиса поменяла немножко, вот 2012 год по сравнению с 2015, поменяла немножко, заставила людей чуть чаще обратиться к режиму экономии. Но пока это все равно далеко до того состояния, которое было в середине 90-х годов. Что происходит? С моей точки зрения, происходит вот такая весьма сложная картина. У людей растут доходы, люди все комфортнее тратят эти доходы на текущее потребление, но по-прежнему не могут себе позволить существенных изменений в структуре своих потребительских расходов для того, чтобы взять на себя ответственность за обеспечение своей семьи жильем, качественным образованием и медицинским обслуживанием. А не происходит структурных изменений в потреблении людей. Почему, какие причины, какие я вижу основные причины такого замкнутого круга? Это, во-первых, высокий уровень дифференциации денежных доходов населения, который требует весьма значительного прироста денежных доходов для того, чтобы группа, условно говоря, переходила на другую ступеньку, на более высокую ступеньку потребительского стандарта. Это во-первых. А во-вторых, в российском обществе еще не сформировалась такая явно выраженная, очевидная, легко распознаваемая по бытовым признакам социальная структура общества. То есть не сформировались типичные модели потребления для групп с разным уровнем материального достатка. Ну, например, что если ты получил существенный прирост дохода, то твои дети должны учиться в вот такой вот привилегированной школе, они должны ходить на всяческие платные курсы и занятия, и жить ты должен вот в таком-то жилье. И еще ты должен заниматься, там, я не знаю, спортом или еще чем-то. А если ты менее человек обеспеченный, то ты можешь продемонстрировать свой социальный статус более красивой одеждой. Это доступно для демонстрации социального статуса менее обеспеченных слоев населения. Ну, понятно, потому что новую одежду купить дешевле, чем новый дом. Это довольно сложная гипотеза, которую трудно проверить, потому что на самом деле нужно проверить гипотезу о том, что люди должны были бы делать, то есть они должны были бы поменять свое потребительское поведение, но они его не поменяли.
Я решила это сделать с помощью инструмента макромоделирования, макроэкономического моделирования. Экономисты знают о таких стандартных потребительских моделях, в которых оценивается эластичность спроса. То есть это такой показатель, который нам сообщает, как будет изменяться спрос на те или иные товары по мере роста дохода. И моя идея состояла в том, что если будут различия существенные между оценками эластичности спроса от дохода, рассчитанными по так называемыми объективными данными в качестве таковых я использовала данные бюджетных обследований домохозяйств, которые проводит Росстат России. И второй источник информации – это были субъективные данные о структуре расхода, которые мы в Левада-центре собираем в ходе наших опросов, когда респондентов просто просят дать приблизительные оценки того, какую часть своего дохода они тратят на те или иные нужды. И вот, как вы видите на этом слайде, оказалось, что действительно по таким товарам, по таким направлениям расхода, которые характерны для бедных семей, а именно одежда, субъективные представления о эластичности спроса преувеличены, а по товарам, например, таким как расходам, таким как образование, субъективные расходы преуменьшены. Ну, это еще один слайд, который должен показывать, что за последние годы происходило, помимо всего прочего, снижение жизненных стандартов людей. Вот, но тогда я, поскольку время мое уже истекло, я предлагаю англоговорящим людям прочитать то, что написано на этом и на втором слайде. По-русски я хочу сказать, что вот ситуация, когда новые нормы потребления не успели закрепиться в обществе, то есть и у людей сохранились запросы, характерные для бедного общества, запросы материальные для бедного общества, снижение денежных доходов, которое происходит в последние два года, оно воспринимается менее болезненно, потому что людям приходится расставаться не с закрепленными нормами потребительского поведения, а с теми пока еще спорадическими возможностями, которые у них только-только появились, и не закрепились в повседневном поведении, людям приходится отказываться от тех избыточных покупок и слишком дорогостоящих походов в брендовые магазины, в которые они, вообще-то говоря, и не должны были прийти. И сам этот процесс, мне кажется, очень процесс, который еще сопровождается опять снижением потребительских запросов, это тоже процесс сужения сферы свободного потребления и сужения сферы свободы выбора, и это очень плохой симптом для развития нашего общества. Спасибо, и все остальное, я надеюсь, ответит в сессии ответов на вопросы. Thank you. The presentation lasted a bit longer, but we still have about 10 minutes for questions and answers. У нас осталось 10 минут на вопросы и ответы. Да, пожалуйста. Thank you very much for your presentation. Or should I speak Russian? I don't know. Спасибо большое за презентацию. У меня вопрос такой, почему вы называете индексом авторитаризма поддержку президента, насколько я поняла, и парламента, или правительства? Я вообще-то имела в виду, возможно, это проблема перевода, я имела в виду authority как власти, а не авторитаризм. Понятно, спасибо. А, ну да, вполне могла быть опечатка, да, извините. Нет, это во всех наших публикациях нас на русском языке, это индекс власти. Да, пожалуйста. Спасибо большое. Я не совсем поняла все-таки,
То есть опросы, ну, допустим, ну, сейчас точно не помню, какие это были фонды, там, ФОМ или ВЦОМ, они фиксируют все-таки падение доходов. Я из вашего доклада, мне осталось непонятным. В связи с кризисом россияне ощущают, ну, то есть здесь два момента, да, то есть они ощущают падение доходов, снижение доходов и снижение качества жизни. Или, судя по вашим опросам, этого не происходит. Я имею в виду именно восприятие субъективное. Потому что когда вы говорите про то, что, значит, поменялась структура потребления, люди перестали меньше ходить в... меньше покупать брендовые одежды, я боюсь, что за пределами Московского Садового кольца, я, допустим, я из Республики Коми, да, и... Я боюсь, что в республике подавляющее большинство вообще не знает, что такое брендовая одежда. Вот. И в последние там несколько, ну, в связи с кризисом, да, и опросы это показывают. Люди стали больше, люди стали экономить даже на еде, да. То есть, по-вашему, это как бы они преувеличивают, ну или как это... Эта субъективная оценка, она не отражает реальную ситуацию, когда люди говорят в ответах на вопрос, да, о субъективных впечатлениях, субъективных ощущениях, когда они говорят, что они экономят на еде, а графики показывают, что, значит, уровень доходов растет. То есть как бы они... Вот этот конфликт не совсем понятен. То есть субъективная оценка, она противоречит, субъективная оценка респондентов, она противоречит, ну, то, что вы называете объективными цифрами, хотя это тоже спорный момент, что есть объективность. Вот. То есть, вот ну, наверное, надо оставить дохода, какое-то время для ответа. Жизни. Извините. Я могу ответить, да? Значит, я обращаю ваше внимание на то, что да, конечно, все опросы и опросы наши тоже показывают, что люди очень болезненно переживают снижение уровня жизни. Безусловно, так. Это видно и на этом графике тоже. Вы видите, что вот красная линия, которая отражает оценки субъективной ситуации в семье, хотя она снижается быстрее, чем многие другие показатели. Да? Она вот была в начале десятилетия самой высокой, сейчас она вторая снизу. Красная линия, конечно. Но речь идет о том, что это только один из компонентов, формирующих общественное настроение. И речь идет о том, что, несмотря на очень значительные экономические трудности, вот на этом графике вот эти вот объективные данные, это данные Росстата о приросте реальных доходов населения. Сколько рублей люди получают, скорректированное на индекс цен. Впервые за 15 лет, а на самом деле за гораздо более длительный период, годовые темпы роста стали отрицательными. Вот видите, здесь минус 5%. Ну, 95,1 – это значит, что реальные доходы в 2015 году снизились на 5%. Вот. Столь значительного падения уровня жизни за 15 лет не было ни разу. Но в общественном сознании, и это не столь катастрофически влияет на общественный оптимизм. Я пыталась объяснить, почему. А именно потому, что у людей, на самом деле, им в результате такого снижения уровня дохода приходится расставаться с моделями потребления, которые у них еще не стали нормативными, не очень закрепились. Это во-первых. А во-вторых, параллельно с этим уже, конечно же, запустился механизм снижения запросов, вот как видно на этом слайде. Что для у людей, собственно говоря, представление о том, сколько им нужно денег для того, чтобы жить нормально, стали заметно скромнее за эти два года. Вот. На самом деле здесь немножко может вводить заблуждение последний столбик 2016 года. Он специально сделан немножко бледным, потому что это полугодовые данные, они традиционно немножко завышены. А все предыдущие данные, они основаны на оценках, на замерах, которые мы делали на протяжении всего года. Вот. То есть
эти два процесса, они позволяют, они работают на увеличение терпения российского народа. Спасибо. Если только небольшой вопрос, потому что... Да. Включите микрофон, пожалуйста. Марина Дмитриевна, а нет ли здесь еще влияния такого фактора, ну, помимо тех, о которых вы сказали, снижение запросов, связанное с тем, что нормы более высокого потребления, в общем-то, не закрепились еще в обществе. Но нет ли здесь еще влияния такого фактора, как вот ожидание конца кризиса? Все время как бы в обществе, что вот он ненадолго, и наши замеры показывают, что как бы большая часть ожиданий сконцентрирована в пределах 2 лет. Спасибо. Я бы сказала, что представление о том, что кризис ненадолго, это представление, в общем-то, уходит из массового сознания. И как раз с конца прошлого года и вот последний год мы, мне кажется, видим ситуацию, когда люди понимают, что в ближайшее время лучше не станет, и начинают менять свои модели потребления и свои ожидания с учетом того, что ситуация в ближайшее время положительно не изменится. Именно так вот, и это работает на снижение запросов и на довольно такое не слишком травматичное расставание с прежними надеждами. Спасибо, Марина Дмитриевна. Спасибо. И я передаю слово Алексею Левинсону. Thank you, Mr. Chairman. I have a question to the audience. How many people here would prefer to have my presentation in English? Please raise your hand. Maybe I would shift to Russian. Okay. Здравствуйте все. Мне очень приятно в этой аудитории во многом знакомый, поделиться своими соображениями. Слайды, стало быть, будут все равно на таком самодельном английском, но я буду вещать по-русски. Самое главное, это ключевое понятие, которое здесь словом «double think» обозначено. Это слово изобрел Джордж Орвелл в своем романе, который написан в 1948 году. Он перевернул последние цифры и пометил свою утопию, как мы знаем, 1984 годом. Ну и так этот роман 1984 и вошел в историю как одна из самых сильных утопий или дистопий, или сатир на страны коммунистического блока. Что интересно, Орвелл написал эту книгу, не бывав еще ни в одной стране из этого лагеря. Он видел какие-то более серьезные общечеловеческие вещи. Вот что он называл этим словом, по-русски будем говорить «двоемыслие». Он говорил, что это способность одновременно мыслить одно и нечто этому противоположное. Вообще говоря, такого рода, способности существуют в разных культурных обстоятельствах. У них есть свой психологический, субстрат. Это свойственно каким-то там многим культурам. Это в нашей культуре известно там как, может быть, двоедушие, неискренность или там... Еще есть на этот счет много там пословиц, поговорок. Это вот если говорить о моральной стороне дела, то это, в общем, явление, которое
это явление, которое не является чем-то уникальным. Уникальным был анализ Орвелла, как этот культурный, так сказать, феномен может быть использован в политических целях и в конструкции, в конструировании целого типа общества. И это оказался концепт двоемыслия, оказался идеей Орвелла относительно устройства общества, которое он вот наметил в этой дистопии 84-й год, он оказался настолько мощным, что Зигмунд Бауман в этом вот в нынешнем 16-м году вернулся к мысленно к этой книге 1984, сказавши, что это вот сейчас она востребована как никогда. Он имел в виду процессы, происходящие в той самой стране, где мы с вами сейчас находимся. Я, со своей стороны, хотел бы обратить внимание социологов на то, что понятие вот этого двоемыслия, если говорить не о его, не в его моральном аспекте, а пытаться сделать из этого социологический концепт, он имеет отношение к проблемам правды, ну вот того, что в обществе почитается правдой, а далее из-за этого он имеет отношение к проблемам доверия, а вы все знаете, сколько в социологии, в частности в экономической социологии, сколько построено на учете, на измерении того, что называется словом «доверие». И далее, если речь идет о подрыве устоев там, понятия о правде, понятия о том, что такое там, правда, неправда, честно, нечестно, мы имеем дело тогда с проявлениями аномии, не так ли? То есть этот концепт, вообще говоря, нас выводит просто в большую социологию, в проблематику очень широкую. И надо сказать, что готовя этот материал, вот к сегодняшней презентации, я не без некоторого удивления, ну, оно мне не делает чести, обнаружил, что феномен этот обсуждается широко в обществах, да, за пределами наших границ, скажем, поведение там Дональда Трампа вот, и тому подобных политиков, это вот феномены, которые, в общем, тоже относятся к тому, что он говорит и говорит неправду. Он знает, что он говорит неправду, его слушатели, зрители знают, что он говорит неправду, но это вот для неких причин это нужно. Значит, Орвелл говорит, что это, значит, вот правдивость, соединенная с ложью, и это вот такие, значит, соображения, что демократия у нас есть, то есть демократии вообще на свете нет, но у нас строится демократия. Ну и тому подобные вещи, до боли знакомые. Я, значит, хочу показать, как феномен двоемыслия существовал в СССР. Я сослаюсь на рассказ, который, ну, люди постарше, может быть, помнят. Это была такая сенсация 1957 года. Автор сильно пострадал за журнал, который его опубликовал за этот рассказ. Хотя там, по идее, все очень хорошо, все идет к 20-му съезду партии. И, в общем, должно кончиться хорошо. Но вот способность одних и тех же людей говорить, так сказать, и это, ну вот она отражена. Я взял именно этот рассказ, потому что Юрий Александрович Левада часто возвращался к нему, в том числе в тех лекциях, которые стали одной из причин, так сказать, крутого поворота в его, в частности, судьбе. Левада вернулся к концепту двоемыслия через 10 лет. Вот заметьте, какие серьезные сказаны слова. Во-первых, что двоемыслие стало диктатурой, 2000 год. Еще, вот, еще многое не произошло, да? Он уже говорит о диктатуре и тотальной при том. Теперь я, благо, то есть, вернее, потому что времени немного, я хочу сказать про то, что уже из исследований самого последнего времени. Вот весной 2014 года, когда был таким нерешенным вопрос о том, как
значит, российская сторона признает наличие войск российских, военнослужащих российских в Крыму или нет. Мы на фокус-группах спрашивали, вот эти российские войска там есть или нет. И респонденты вот признавали одновременно обе вещи, что они там есть и что их нет. Вот тогда двоемыслие явилось просто вот мне, так сказать, совершенно реально. Я теперь хочу объяснить, в чем разница между двоемыслием классическим, вот оно изображено здесь. Ну, это некие «мы», которые между собой там друг другу говорят, ну, в общем, в основном, так сказать, то, что думают, и то, как оно есть на самом деле. Но если надо говорить там что-то наверх, властям, вот это они, то вот пунктиром показано, что тут говорится то, чего этим властям полагается говорить, это, как правило, неправда. Ну, потому что если говорится правда, это неинтересно. В данном случае, если говорится неправда. Вот. Такова социальная конструкция двоемыслия классический советский период. Вот теперь не классический, постсоветский период. Значит, вот есть некие «мы», есть наши власти, вот они показаны там наверху этого овала, и мы вместе с этими властями, вместе с нашей властью, родной в этом смысле властью, мы им... А они – это вот некий Запад, и это очень важный концепт, сейчас про него будет сказано. Вот им мы говорим, ну, то, чего надо говорить. Им мы говорим, что там нету этих там наших войск, или им мы говорим, что ваши санкции нам, в общем, абсолютно ничто, или еще что-нибудь. Но я хочу обратить внимание, что вот эта трехсубъектная конструкция – в отличие от двухсубъектной, да, она такова, что мы в союзе с нашей властью, что для, так сказать, классической советской модели просто непредставимо. Ну, ладно, значит, вот наши исследования, что, я считаю, не показали, а доказали, да, хватит, что вот... так сказать, западный или там, неважно как, это тут синонимов можно много, демократический, либеральный или там еще какой-то дискурс, вот что он, в отличие от того, что сейчас принято думать, он не чужд нашей политической культуре. Настолько не чужд, что я считаю, он конституирует ее точно так же, как тот дискурс, который сейчас является доминантным, патриотический, там, как угодно, местный, отечественный, домашний, православный, неважно, как его называть. В общем, я думаю, что мы все понимаем, о чем идет речь. Так вот, идея самая главная сейчас состоит в том, что вот та, так сказать, подавленная или приписанная, так сказать, Западу дискурсивная модель и практика, она на самом деле присуща социуму, частью которого мы с вами являемся. И у этого очень важные последствия. Вот здесь показано, что это, вот этот, так сказать, Запад, он встроен внутрь нас. Вот когда один из наших руководителей сказал про пятую колонну, мне кажется, он даже не подозревал, насколько он прав. Вот она, пятая колонна, она не вообще в нашем обществе, она во всех членах нашего общества. Вот в этом штука. В этом штука. Из этого какие следствия? А в данный момент, так сказать, вот этот патриотический, скажем, дискурс, он борется с тем западным, он его стремится подавить. Ну, это, да, это делает там Russia Today и так далее, говорят, очень эффективно делает, вот, адресуясь к западной аудитории. Но это необходимо по условиям, так сказать, задачи, это необходимо делать внутри, это необходимо делать с самими собой. По сути дела, социум должен сам себе это говорить, он должен сам себя пропагандировать, иначе, иначе поднимет голову то, чему сейчас, так сказать, были бы не рады. Каким способом это делается? Это делается через телевизор. Вот в докладе, который делал Денис Волков в самом начале, была такая существенная информация о том, что
даже тем, кому доступен интернет, он почему-то не нужен, а центральное телевидение почему-то нужно. Оно нужно вот поэтому. Оно нужно поэтому, потому что ты должен говорить, ну, то, что является вот этой правдой-неправдой, то, что является вот этим материалом двойного двоемыслия, ты должен это говорить себе. Ты это говоришь себе через посредство телеэкрана. Спасибо. Thank you very much. You actually finished ahead of time, and therefore we are having 17 minutes of too much questions and answers. Итак, у нас есть довольно много времени на вопросы и ответы. Пожалуйста, Лариса. Алексей Георгиевич, вы сказали, что либеральный дискурс в нашем обществе, да? Можно попросить вас привести какие-то исследовательские, аналитические обоснования этого вашего вывода? Да. Ну, значит, это... Это возникает просто практически при любой встрече, вот, которую мы проводим в форматах фокус-групп. И об этом же свидетельствуют наши опросы, если мы спрашиваем про демократию, если мы спрашиваем про права человека. Там получается всегда такая история. Демократия России нужна? Да, нужна. Второй вопрос. Какая нужна демократия? После этого говорится, что нам нужна другая демократия, но демократия нужна. Про права человека потом выясняется, что среди прав человека там иерархия совершенно не та, которая, ну, а привычна, я не знаю, для международных организаций или для западных обществ. Но я хотел бы сказать так. Хотел бы объяснить это таким образом. Я, во-первых, ну, мы знаем, что там диалог западников и славянофилов, так сказать, строил нашу культуру там столетия назад. Мы знаем о том, как регулярно, так сказать, импортируются не только западные там технологии, но и идейный материал. И мы знаем, если говорить уже о наших днях, что, в общем, российское общество понимает. Мы же не понимаем, да, когда там нам говорят о правах человека. Мы не хотим, чтобы нам про это говорили, но мы понимаем, о чем идет речь. Это очень важно. Это ключевой момент. Можно представить себе охотников за головами, которым значит, английские чиновники объясняют, что отрезать головы нехорошо. Они считают, что английские чиновники просто не понимают и не правы. Да? В нашем случае, когда нам там, говорят, что пытки там, в местах заключения – это нехорошо, у нас нет другого мнения. У нас есть мнение, что вы нам не указываете. Мы сами тут разберемся. Мы сами знаем, где у нас чего. Вот, это существенная вещь. И понятно, что то и дело возникают такие локальности, где... Именно эти ценности вдруг почему-то оказываются ведущими, торжествующими. Вот возникает такая организация, вот возникает такая литература, вот возникает такое сообщество и так далее. И это, вот, ну, конечно, очень хочется думать, что это туда занесли. Ну, потому что в то, что я здесь говорю, верить очень не хочется. Вот. Хочется думать, что мы, так сказать, монолитны. А я утверждаю, что наше общество составно, это не значит, что оно непрочно или что оно расколется. Не боже мой, это оно так устроено. Оно так устроено, и оно, и это, быть может, залог его жизнеспособности, а отнюдь не, так сказать, его порог.
Ну, я в этом убежден. Наша культура не единственная. Это, в общем, судьба многих модернизирующихся культур. Но вот она не раздираема противоречиями. Она конституирована вот этими двумя компонентами. Ну, может быть, и большим числом, но уж этими точно двумя. Да, пожалуйста. Конструкция мысли, она же связана с идеей новояза, с конструкцией новояза Бодрова. Вот этот новояз, который, с моей точки зрения, стал возникать, это запрос на некое свежее описание ситуации. Вы говорите без микрофона, и поэтому вас не переводят. Я попытаюсь быстро суммировать то, что вы сказали. So the question is about the connection between double think and new speak, right? Да. И вот вы обращали внимание на новояз. Потому что, если говорить о либеральном дискурсе, он в каких-то существующих давно словах разворачивается. А та система, которая пропагандой привносится, это новые слова, новые фреймы, новые концепты. Я глубоко благодарен вам за это замечание. Я думаю, что оно очень важное, и я только готов согласиться с этим, да. Новояз ли и не новояз, то, что мы имеем, но то, что сейчас изобретения, социальные изобретения совершаются на той стороне, а не на этой, это вы совершенно правы. В этом смысле можно говорить о том, что либеральная идеология в кризисе, в застое и в кризисе. Она очень давно не приносила, так сказать, ничего нового. Ее ценности, быть может, что называется, не померкли, но они не сформулированы заново. И, по всей видимости, возвращение вот этой, так сказать, либеральной стороны вот на дневную поверхность нашей политики и политической жизни произойдет тогда, когда будет отыскан ею свой новый язык. Где его найдут? Я бы ждал от... Ну, поскольку философия в нашей стране развита очень слабо, я бы ждал этого от искусств. При этом пластических, ну, от театра, как это было в 70-е и 80-е годы. Вот то, что потом стало перестройкой, то, что потом стало реформами и так далее, начиналось как новый театр, новая поэзия, новая живопись. Похоже, что вот этот, я не знаю других путей. Может быть, найдутся новые, но вот скорее пойдет так. Я тоже позволю себе задать вопрос. Меня заинтересовала вот эта схема перехода от классического двоемыслия, значит, народ и власти, значит, к такому вот международному противостоянию, в рамках которого народ и власти говорят на одном двойном на новоязе или как угодно, да. Вот скажите, пожалуйста, могли бы вы прокомментировать, каков механизм этого явления с вашей точки зрения и насколько долго это может продолжаться? Ну, как сказать? Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что это, ну, воистину гениальное изобретение власти и, ну, я не отдал бы целиком Владимиру Путину лавры, потому что тут очень многое подготовлено Жириновским для этого. Но, в общем, это то, чего не знала и не умела. Там никакой Хрущев с его Кузькиной матерью и близко, так сказать, не подходил к этому. Вот эта идея, что... Да, и я хотел бы сказать, не надо думать, что вот путинские там вот эти попытки говорить на языке там блатных, там знаменитые там насчет сортира и так далее, не в этом дело. А дело вот в том, что он показывает, что есть наша правда, которую мы друг другу говорим,
и есть то, что мы говорим им. Вот он, как политик, делает это виртуозно. И я думаю, что даже еще до крымских событий, вот это обеспечивало изрядную долю того, что вот является феноменально высоким рейтингом. Это вот дело не в том, что он говорит на языке народа. Он говорит, что мы с вами вот некое вместе против неких они. И достаточно самого этого сигнала, достаточно самого этого месседжа. Это, собственно, вот это the medium is the message сейчас. Вот он как медиум, он как месседж. Вот ведь на самом деле мы и надо отдать должное, то есть нет, наоборот, надо понять, что мы, и в том числе вот мы в Левада-центре, мы в общем недостаточно, мне кажется, оценили то, какую социальную ситуацию мы имеем в нашем обществе уже с 2000 года. Где еще есть власть или персона у власти, которая имеет рейтинг не ниже 60% на протяжении десятилетий? Ну и при этом это не Узбекистан и не Туркмения. Вот это, мне кажется, феноменально, и этому феномену надо посвятить очень много внимания. Я попытался кое-что в этом объяснить вот именно этой конструкции. Я не знаю, в какой мере я ответил на ваш вопрос. Да, наше время истекает, значит, поэтому два последних вопроса. Сначала вы, пожалуйста, потом. Спасибо большое за очень проникновенный доклад. Он о нас, о всех. У меня вопрос в продолжение вашего вопроса про питательную среду этого чувства. Вот советский цинизм, двойной стандарт, был все-таки построен на чувстве страха за свою жизнь и жизнь своей семьи. В то время, которое я помню, конец 80-х, страх трансформировался уже именно в цинизм, когда уже не так боялись за свою жизнь, больше за увольнение с работы. И во многом это уже была такая игра, и она отображена в фильмах Рязанова, где есть мир их, мир наш, некий такой перформанс, такая сценография, что мы играем вот в этот двойной цинизм. Новый вот этот виток, какими чувствами он питается? Страхом за собственную жизнь? Видимо, все-таки нет. Нет. Какие страхи новые нет. ползут? Потому что вы показали единение, в принципе, да. существует с властью, но... Да. Я думаю, что здесь вот при том, что там люди из, ну, если не прямо из репрессивного аппарата, то, по крайней мере, из политической полиции и так далее на ведущих должностях, я думаю, что вот дело не в этом. Вот в этом смысле я не считаю, что там Россия там в лапах КГБ или что-нибудь в этом роде. Я думаю, что штука в другом. За 10 или больше лет путинского правления, не его собственными усилиями, а, так сказать, ходом вещей, произошло практически полное уничтожение самостоятельности граждан. Ну, мы все знаем, что стагнирует доля предпринимателей мелких и средних, а тот, кто прошел по Москве, понимает, что с ними происходит в самое последнее время при полном молчании, так сказать, публики, надо сказать. Вот идея самостоятельного человека, который сам потому, что он держит ларек, или сам потому, что он там, потому что ему никто вот не нужен, а эта идея полностью исчезла, она как бы от нее осталось другое. На кого надеяться? Она надеется не на кого, только на самого себя. Но на самого себя тоже какая надежда? В общем, вот и поэтому мы вот такие, которым вообще не на что надеяться, кроме чего? Кроме того,
той самой большой предельной рамки, которой является наша страна, и эту рамку символизирует фигура президента. Я хочу сказать, что вот эти феноменальные рейтинги – это, ну, там есть заслуга лично Владимира Путина, наверное, и большая, но самое главное – это, я хочу сказать, что люди, когда они отвечают на наш вопрос так, это они отвечают примерно так, как в советское время отвечали: «Ты за советскую власть или нет?» Что это значит, объяснить невозможно. Что значит, я одобряю деятельность Путина, если я ничего о ней не знаю, это тоже невозможно объяснить. Но что такое лояльность вот этому сверхбольшому целому и только ему, а не чему-то там меньшему, потому что меньших форматов просто для нас практически нет. Это не тоталитарное общество, но тотальное. Вот, вот в этой тотальности я вижу, я... Заканчиваю ответ на ваш вопрос. В этой тотальности, в отсутствии других, так сказать, возможностей за что-то зацепиться, а не в страхе, а не в репрессиях, а не там, в отчаянии, я вижу причину вот этих вещей. Очень коротко продолжая вопрос Эдуарда Дмитриевича, по сути дела, процесс уже схожий в постсоветском пространстве, практически во всех странах высокая поддержка одних и тех же властных элит и так далее. Может быть, это тоже какой-то схожий механизм, который вы объяснили, и опять же масс-медиа-контроль, который также присутствует в жизни. Ну, вы знаете, вот люди, которые знают дело на местах, они указывают на такие различия, которые нам, ну, отсюда, быть может, не видны. Ну, скажем, поляки, да, вот у них сейчас, ну, нечто очень такое схожее с нашими делами происходит, вот с той партией, которая так триумфально там выигрывает и так далее. Но поляки говорят: да, ну, просто Бог знает что, придется на следующих выборах их переизбрать. Понимаете, вот здесь от кого ты такое услышишь? Вот. Я говорил с экспертом из Венгрии, который о своем правительстве говорит, ну, такие неласковые слова, которые у нас, в общем, вряд ли услышишь. И он опубликовал книжку, и он говорит, что это... На него никто не обращает внимания. Он говорит, он публикуется, но он говорит: у нас 120 тысяч вот людей, которые думают так, как я. Правительству наплевать, оно им разрешает это делать. Это тоже другая ситуация. То есть, да, то есть разложение советских форм имеет большое сходство на всем пространстве, не только постсоветском, который мы называем, но и даже в таких странах, как Бирма и Вьетнам. Вот. Но дальше возникают уже свои специфические форматы и национальные варианты. Все, большое всем спасибо. Давайте поблагодарим докладчика. Я передаю слово Ларисе Косовой. Я воспользуюсь результатами, которые получил Алексей Георгиевич, и не буду проводить повторного голосования, а просто сразу начну свою презентацию на русском. Значит, тема, о которой я хотела сегодня говорить, старение и социальный статус, она кажется мне каким-то бесконечным перевертышем. Только, вот, мне кажется, я нашла какую-то теоретическую рамку, аналитический инструмент, чтобы... понять эту тему, она переворачивается. И вот эти переворачивания, они какие-то... Вот, я еще не поставила конечной точки, но во всех этих переворачиваниях есть одна красная линия. И вот если снова воспользоваться словом, которое произнес Алексей Георгиевич только что, это самостоятельность. А возможность самостоятельности, возможность независимости от государственного обеспечения, да, существования партикулярной независимой жизнью. Значит, если мы переходим на более высокий план, на то, как бы ту лексику, которая употребляется в литературе, да, будет обсуждаться роль государства. Или, может быть, даже еще шире, типа социальных систем. Ой, а куда он поехал? Куда-то он не туда поехал. Ага. Видимо, я случайно нажала, извините, пожалуйста.
Значит, суть дискуссии, которая происходит о роли государства, можно кратко суммировать следующим образом. Да? Что важнее для благополучия индивида? Социальная поддержка государства, которая будет обеспечивать занятость, доступ к образованию, право на жилище, медицинское обслуживание, то, что принято называть политикой welfare state. Да? Или важнее политика невмешательства государства в социальную жизнь. Роль государства должна сводиться к созданию правовых институтов, обеспечивающих максимально безопасное и надежное пространство индивидуальной инициативы. То есть государство должно создать пространство, в котором индивид сможет максимально полно реализовать свой потенциал. Вот это две полярные точки, две позиции крайних в дискуссии о роли государства, о степени его вмешательства в социальную жизнь, в регулирование общества. Значит, тема, которую я выбрала, кажется мне помогает ответить на этот вопрос, да, вот роль государства. Давайте попробуем сравнить процессы старения в различных социальных системах и посмотрим, что у нас получается. Значит, для работы я выбрала модуль ISSP 2009 года, который назывался «Социальное неравенство». Он проходил в 40 странах, было опрошено, ну вот вы видите, как много человек, выборки репрезентировали каждую из стран-участниц. Значит, вот в этой табличке вы можете увидеть, какие именно страны участвовали. Самые разные – и Старая Европа, и Америка Северная и Южная, и Австралия и Новая Зеландия, и Азия, Китай, Япония и так далее. Повторю, выборки репрезентативны для каждой из стран, что обеспечивает нам возможность сравнений. В анкете задавался вопрос, который звучит примерно так. Это стандартный вопрос, который позволяет замерить социальную позицию в обществе. Представьте, что у нас общество – это социальная лесенка, 10 ступеней. 10 означает высокое общественное положение, единица – низкое общественное положение. Не могли бы вы указать, какое место вы, ваша семья, занимаете в настоящее время на этой шкале? И в анкете присутствовал вопрос о возрасте респондента. Это был открытый вопрос. Респонденты вписывали полное количество прожитых лет. Значит, я воспользовалась очень простой методикой. Я сгруппировала шкалу возрастов, объединила их в пятилетние интервалы и рассчитала среднее значение вот этого вот индивидуального статуса, субъективных оценок для всех возрастных групп. Сначала я сделала это для всей совокупности опрошенных. Значит, вот какая получается картинка. Тренд абсолютно очевиден. То есть можно сказать, глядя на эту картинку, что есть такой биологический детерминизм. Вот мы стареем, наши необходимые, важные для общества... Это мой телефон, к сожалению, извините, пожалуйста, сейчас он закончит. Наши важные для общества возможности снижаются, да? Наши оценки со стороны общества снижаются, наш статус падает. Значит, вроде бы очень понятная картинка, но если мы с полной выборки перейдем на анализ статуса в различных странах, картинка меняется резко. Здесь представлено две группы стран, скажем так. Те страны, в которых социальный статус падает с возрастом, каждый прожитый год – это снижение статуса. Значит, это такие страны, как Украина, Россия, Болгария. Вот у нас никакой указочки нет. Ну, я думаю, вы видите, да? Синяя, желтая и красная линия – это Украина, Россия и Болгария. Каждый прожитый год снижает оценку статуса. А вторую группу образуют такие страны, как США, Великобритания, Швеция и Германия. И мы видим, посмотрим, например, на зеленую линию, это Великобритания. Значит, молодежные группы граждан Великобритании пессимистичнее россиян. Посмотрите, примерно до возраста 31-35 они оценивают свой статус ниже, чем россияне. А вот дальше начинается рост.
Каждый год, который проживает россиянин, понижает его статус. Каждый год, прожитый великобританцем, его статус, оценки статуса повышают. Происходит конвертация статусов. То есть вот этот дар молодости, который в российском обществе просто уходит безвозвратно, а в обществе британском или в обществе американском, там тоже похожая кривая, да, конвертируется в другие социальные ресурсы. Ну, например, в накопление, в профессиональные достижения, в, ну, я не знаю, участие в каких-то важных для респондента мероприятиях, ассоциациях и так далее. То, чего не происходит в бывших социалистических странах. Значит, еще раз хочу обратить внимание, что оценки молодежных групп россиян более оптимистичны, чем в США и Великобритании. Мне это кажется очень важным. Значит, я привела на картинке только три бывших социалистических страны, социалистических общества. Но если мы посчитаем вот такие оценки статуса для всех социалистических стран, мы получим сходные результаты. Во всех странах, а именно, данные у меня были для Хорватии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Польши, Словакии, Словении. Данные одинаковые. Начальные значения могут быть разными, скорость падения, градиент может быть разный, но общий тренд одинаковый. Немножко особняком стоит Китай, я потом его покажу, но это просто, мне кажется, отдельный разговор. Это вот цивилизация, которая прикидывается страной, и про нее, мне кажется, отдельный разговор. Значит, если мы попытаемся разобрать, как оценивают респонденты, что в глазах респондентов успешное старение, благополучное старение. Значит, был проведен в Британии очень интересный опрос. Это полуформализованное интервью. То есть там было место для нарратива. Респондент мог ответить своими словами, да, что обеспечивает с его точки зрения благополучное старение. На первом месте здоровье. Дальше психологические факторы. Этим термином исследователи зашифровали такие ответы, как ощущение счастья, благополучия, удовольствие от жизни, то есть психологический комфорт. Дальше, социальная роль – это включенность в различные формы деятельности общественной и только на четвертом месте финансовое благополучие. Дальше, социальные отношения, да, и соседи. Значит, давайте попробуем сравнить. Данные у меня были не по всем позициям, но давайте попробуем сравнить позиции одну за одной, как они сопоставимы, насколько они сопоставимы в тех странах, которые я анализировала. Да, значит, вот человек спрашивает, как вам кажется, вот благополучное старение, что для этого нужно? Ну как, ну здоровье, а еще что? Ну, и, а поскольку это было не полуформализованное интервью, да, то, значит, вот говорили то, что в голове, да, то, что в оперативной памяти. Значит, давайте посмотрим оценки здоровья. Казалось бы, ну какая разница, 60 лет англичанин или 60 лет болгарин? Оказывается, что есть. Значит, вот Швейцария, посмотрите, верхняя линия, да, практически до 70 лет, вот начиная с 40 до 70 лет, нет изменений в оценках собственного здоровья. В России и в Болгарии здоровье снижается с каждым прожитым годом. Значит, я немножко ускоряюсь, поскольку... Значит, вот ответы на вопрос, счастливы ли вы. Опять-таки, посмотрите оценки. Россия, Болгария, с возрастом показатели снижаются. В таких странах, как США, Австралия и Швейцария, они остаются на одном уровне и даже немного растут. Вот посмотрите Австралия, да? Начиная с 50 лет до 76, ответы на вопрос сейчас средние значения, да? Значит, вышел на пенсию, детей вырастил, хожу на рыбалку, все хорошо. Так, посмотрите, это ответы на вопросы вовлеченность в работу различных ассоциаций. В анкете присутствовал целый блок вопросов. Значит, спрашивали о том, вовлечены ли вы в работу спортивных ассоциаций, культурных ассоциаций, каких-то религиозных организаций, тех, кто живет с вами по соседству, да, такой вот neighborhood, да, не знаю, как перевести, перевела община, и политических организаций. Я сгруппировала ответы респондентов «никогда».
Никогда ни в одной из этих организаций я не участвую. Что у нас получается? Болгария больше 90%, Польша около 90%, Россия 90% и так далее. То есть, опять-таки, пальму, ну, скажем так, первенство негативную, да, держат бывшие социалистические страны. Для меня непонятным является появление здесь Японии, но мне кажется, что здесь нужно говорить со специалистами. Я просто не беру на себя ответственность попытаться как-то проинтерпретировать этот результат. Но, тем не менее. Значит, вот я попыталась оценить зависимость дохода от возраста. Поскольку доходы сопоставлять очень сложно, я выбрала самую простую методику. Я приняла за единицу доходы молодежной группы во всех странах. Вот те, кому 15-20, их доход я приняла за единицу. А дальше я построила доли. Сколько долей составляет доход в группе, ну, допустим, 41-45, по сравнению с молодежной группой. Мы видим, что, ну, например, в Швеции, да, доходы растут, пик доходов приходится на возраст 45 лет, потом они начинают снижаться. В Германии кривая более пологая, то есть доход повышается не так быстро, не так быстро, но повышается дольше. Возраст 56-60 лет дает максимум доходов. Далее доход начинает снижаться. В России и на Украине некоторое повышение доходов всего максимум, даже в полтора или меньше на Украине раза, до 30 лет наблюдается, дальше идет снижение доходов. Что это означает? Что сделать запас на старость самостоятельно респондент, социальный актор не может. Он встречает старость материально необеспеченным, зависимым от близких родственников или государственной поддержки. Вот этой вот подушки материальной безопасности накопиться не может. Значит, то, суммируя, как бы я хотела сказать, что бывшие соцстраны обладают общим свойством. С одной стороны, они препятствуют аккумуляции социальных ресурсов на индивидуальном уровне, а это именно те ресурсы, которые позволяют компенсировать потери, связанные с наступлением старших возрастов. Вот социальная ткань бывших социалистических стран устроена так, что вот это блокируется, понятно почему, потому что был демонтирован институт частной собственности. Значит, мы можем назвать общество такого типа общество ненакопления. Единственным резервуаром аккумуляции ресурсов выступает государство, которое практически бесконтрольно перераспределяет накопленное. Денег нет, но вы держитесь, да? Индивид не рассматривается как самостоятельный актор. Он рассматривается как ресурс государства. У нас были материальные и человеческие ресурсы. И, в общем, как бы незачем ему обладать чем-то, что дает самостоятельность. И здесь я снова возвращаюсь к тому слову, которую употребил Алексей Георгиевич, заканчивая, отвечая на вопрос. Ну и вот последнее, что я просто хочу показать. Посмотрите, пожалуйста, как интересно субъективный статус, среднее значение субъективного статуса от возраста в Китае. Значит, до 60 лет – это активные более-менее возраста, статус падает, как во всех социалистических странах. А вот дальше, мне кажется, начинает работать традиционалистский фактор. Да? У нас есть немодерное общество, да, где достижение определенного возраста, переход в старшие возраста, означает уважение и поддержку. Вот мне кажется, вот эта картинка, она об этом. Спасибо большое. Thank you. We finished just on time, so we have 15 minutes for questions and answers. Так. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, Лариса Борисовна, есть ли примеры перехода из от одной модели к другой? Вот, удалось ли кому-нибудь хотя бы, ну, в какой-то степени там переломить тенденцию? Меня, в частности, интересует Эстония. Дело в том, что
что опрос проводился один раз. Опрос, который позволяет мне построить вот такие кривые, проводился один раз. Поэтому сравнить его с чем-то возможности нет. Но о чем бы я говорила? Вот я говорила, что скорости, вот начальные точки скорости падения кривых разные. И в этом смысле Эстония от России отличается. И Польша отличается. Я готова, просто я не включила полную картинку в презентацию. Когда кривых много, их очень трудно считывать. Но я готова эту картинку вам переслать, и просто вы увидите, что различия действительно есть. И, вероятно, мы можем атрибутировать их теми изменениями, теми, как сказать, разными социальными обстоятельствами, которые в разных обществах происходят, имеют место быть. Это продолжение этого вопроса. А я к вашему тоже хотел добавить, извините. Давайте, я просто договорю, может быть, мы одно и то же имеем в виду. Вот есть такая идея «path dependence», да? И вот, например, Александр Александрович Аузен, он показывает что-то похожее на совершенно другом материале основанное, и он говорит, что вот в мире было там несколько таких примеров, когда перескакивали, так сказать, с одного трека на другой, но в общем движение по треку – это почти что обреченное, исторически обреченное дело. Вот ваши эти феномены, они, так сказать, поддаются там волевому или какому-то изменению, или это судьба и все? Я думаю, что это никоим образом не судьба, это не волевое, это социальное. Значит, если будут меняться обстоятельства, позволяющие... Значит, здесь как бы две группы обстоятельств. Первое – это социальная политика. Да? И второе – это возможность самостоятельного накопления ресурсов, которые обеспечивают независимое проживание старших возрастов. Вот если в обществах будут меняться первый и второй блок обстоятельств, эти кривые будут, безусловно, меняться. Вопрос только, что лучше. Лучше вот проводить социальную политику, политику welfare state, или лучше как бы встать вот на позицию Мизеса, который считал, что государство не лезь, любое вмешательство. Да? Вот мне кажется... Вот как бы мои картинки, да, что в тех обществах, которые дальше отошли от социализма, вот эти кривые становятся более пологими. То есть, ну, это никоим образом не судьба. На самом деле имеются данные по этому поводу, поскольку Всемирное исследование ценностей, World Value Survey, оно делает повторные кросс-секции по многим странам. И вопросы о субъективном благополучии и о субъективном статусе там имеются. И, в общем, даже некоторые это проверяли и смотрели. И, в общем, можно, вот, допустим, по более благополучным, как вы предположили, восточноевропейским странам, например, Польша. Ну, и Эстония, я просто не берусь утверждать, там очень сложно с русским меньшинством. Поэтому там картинка очень нечеткая будет. А вот по Польше можно посмотреть. Там нужно две общины тогда считать отдельно. Или по Венгрии. Эстонии. И по Венгрии можно. Да, пожалуйста. Лариса Борисовна, у меня вот какой вопрос. Вы показывали, как падают статусы в определенных странах и как они не падают в других, другого типа странах. И то же самое с доходом. Вот нет ли здесь просто как бы измерения одного и того же? Отнесение себя к тому или иному статусу как бы связано с тем, какие доходы у людей? Да, Лидия Владимировна, безусловно, конечно. И если мы будем рассматривать простые регрессионные модели, вы когда-то об этом говорили, да, мы действительно значительную долю дисперсии объясним простой связью между доходом и позицией на статусной шкале. Но если мы теперь перейдем от рассмотрения всей выборки к отдельно возрастным группам, и если мы вспомним вот это английское исследование, что именно, какие именно обстоятельства респонденты считают важными для комфортной старости, для комфортного старения, мы увидим, что доходы там стоят не на первом месте. И более того, вот эти регрессионные простые модели, они объясняют на самом деле незначительную, я сейчас не вспомню сколько, но там чуть ли не 12% дисперсии. То есть они, безусловно, важнейшие, но объясняют незначительную долю. Но я боюсь, что
Я прошу прощения, просто продолжение этого. Я боюсь, что для разных стран это будет разные картины. Скажем, вот, ну, для постсоветских, в широком смысле, постсоциалистических стран, вот этот статус и доход будут гораздо сильнее зависеть, чем для, скажем, стран, которые никогда не были социалистическими или советскими. И там другая система моделей и другая система ценностей. Поэтому как бы они не связывают это с доходами. А я соглашусь с вами, я бы даже расширила. Деньги важны для бедных. Вот если мы рассматриваем систему важности по шкале дохода, то деньги очень важны внизу доходной шкалы. Чем выше мы подвигаемся кверху доходной шкалы, тем сильнее начинают играть цены. Ну, собственно, это то, о чем писал Энглихард, да? Что есть вот эти постматериальные ценности, которые существуют в обеспеченных обществах. В этом смысле я с вами согласна, да. Спасибо. Осталось немного времени, но... Да, пожалуйста. У меня вопрос по поводу... Вы сказали, что вы позитивно смотрите на то, что российская молодежь... Если можно, чуть-чуть погромче. Российская молодежь до 30 более позитивно оценивает свой статус там, в сравнении с Британией, по-моему, да? Да, ну вот на картинке видно. Да, а связано ли это вот возвращаясь к первому докладу, что, может быть, просто дело, во-первых, в разнице норм потребления, потому что понятно, что у российской молодежи, оставляю за скобками вопрос о том, что она очень разная, это все-таки зависит от региональной дифференциации, да, у нас в нашей стране достаточно серьезно. Это первое, да, то есть нормы потребления, модели потребления разные, и там то, что для российского молодого человека, там, среднестатистического, там, предел мечтаний для него, это там какой-нибудь iPhone или там, не знаю, посещение клубов раз неделю, если он это может себе позволить, то он, соответственно, позитивно это расценивает. Если мы берем британского там, молодого человека, да, то там, соответственно, другая модель потребления, и это влияет, соответственно, на субъективный статус. Вот. И второе, может быть, здесь дело вот в инфантильности, что российская молодежь, она, это просто предположение, да, она более инфантильная, она более позитивно оценивает свой статус, потому что это вот тот возраст, когда ты еще живешь с родителями, да, и как бы недостаточно ответственности несешь за свою собственную жизнь, а если мы берем западную модель все-таки, да, то период 20-30 лет – это уже начало как бы самостоятельной жизни, соответственно, уровень жизни там ниже, чем в случае, если ты живешь как бы при поддержке родителей. То есть вот про инфантилизм, может быть... Давайте оставим время на ответ. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Значит, я просто хотела напомнить, что опросы проводятся в разных странах независимо, и, отвечая, респонденты не имеют в голове, я не знаю, англичане, да, отвечая на вопрос, они не думают о россиянах, да? С другой стороны, это с одной стороны. Значит, теперь, если говорить по существу, мы знаем, что статус измеряется традиционными вейберовскими осями – деньги, власть, престиж. Да? Значит, в этом смысле о чем говорит более оптимистические настроения россиян по сравнению с пожилыми возрастами? О том, что деньги не накапливаются, да? Молодежи достаточно. У нее, как бы сказать, они действительно, я бы не сказала, инфантильны. У них нет ответственности пока ни за родителей, ни за собственных детей, ни за свою семью. И в этом смысле тех денег, которые у них есть, их действительно хватает, там, я не знаю, ну, как вы сказали, на ночной клуб, на демонстративное потребление. И в этом смысле действительно молодые россияне оценивают свою позицию оптимистично. Денег хватает, живу нормально, оптимистично. Когда они вступают, по мере вступления во взрослую жизнь, с появлением взрослых обязанностей, эти настроения уходят, да? Значит,
И никакой, вот я еще раз хочу подчеркнуть, в российском обществе не происходит конвертации ресурсов. Да? Вот мне кажется, эта картинка об этом. Да? Почему это можно там начать? Спасибо. Я со своей стороны хотел бы вот в заключение заметить, что тут, поскольку у вас только одна точка во времени, мы не уверены в том, что это на самом деле эффект возраста. Может быть, здесь также присутствует и эффект поколения, в том смысле, что каждое новое поколение россиян лучше приспособлено к жизни в нынешних условиях, чем более старшие поколения, и это отражает вот эту динамику. Но для того, чтобы проверить это предположение, действительно нужна какая-то динамика во времени, которой пока у нас нет. Большое спасибо. Соглашусь. И на этом мы заканчиваем эту сессию. Спасибо большое.